Ну что ж, всем привет, привет, привет. Вот и снова мы. Всем здрасте, здрасте, здрасте. Сегодня у нас стрим с Дарьей Кулешовой. Но прежде чем мы начнем стрим, я еще раз всех приглашу подписаться на наш канал, поставить обязательно лайк. Все, кто зашел на наш канал, ставим лайки, не забываем. И, конечно же, отмечаемся в чате, пишем. Если вдруг у вас нет чата, значит, вы не зарегистрировались на YouTube. Как это сделать? Есть внизу ссылочка под видео. Там можно перейти по ссылочке и посмотреть. Нет, ссылочки нету. Ссылочка у нас в другом месте, по-моему, как... Да, ссылочка. Ну, в Ютубе в строке поиска наберите, как зарегистрироваться на Ютуб, и найдете кучу видеоинструкций. Вот, значит, что касается нашего проекта «Все люди как люди», а я суперзвезда. Дарья у нас уже второй участник, который сегодня вот делает свой персональный стрим. В дальнейшем еще у нас 4 участника, каждый со своим персональным стримом, поэтому не теряемся. Стримы выходят у нас вторник, четверг, суббота. Поэтому имейте в виду, следите за всеми участниками, а также голосуйте за своих участников. Как проголосовать и куда голосовать? Все под видео, есть все ссылочки для того, чтобы проголосовать, есть ссылочка. И если вы вдруг не понимаете, как там нужно делать что-то, то чуть ниже есть вторая ссылочка. Мы специально записали коротенькое видео, как проголосовать за участника, потому что после первого же стрима начали задавать вопрос. Мы ничего не понимаем! Кирилл Кириллович Кириллов, блин, ё-моё. Но сделали. Сделали маленькое коротенькое видео, где все показали, куда нажимать, как нажимать, что делать, как голосовать. Поэтому голосуем, не жмотимся, голосуем рублем за своих участников, потому что талантов нужно поддерживать. Это раз. А во-вторых, ну, считайте, что вы пришли на концерт и покупаете билет на этот стрим. Сколько стоит билет, решаете вы сами. Можете проголосовать рублем, можете на халяву посмотреть, и пусть вам будет стыдно до конца ваших дней. Можно и заплатить нормально за VIP-места. То есть это уже как вы пожелаете. Сколько вы захотите, столько и заплатите за того или иного участника. Вот считайте, что это вот концерт участника для вас, а вы платите за билет. Сколько вы готовы заплатить за билет, то есть сколько вы, насколько вы хотите поддержать участника, потому что эти денежки не просто так, это соревнование. Кто больше наберет голосов, тот и получит наш приз. А также различные плюшечки и все прочее для участников тоже предусмотрены. Так что не жалеем, не стесняемся, голосуем. Голосовать вы можете, даже если вы смотрите эту запись в записи. Вот, тавтология, запись в записи. Да, вот эту трансляцию в записи, если вы смотрите, вы все равно можете голосовать. Голосование работает у нас ежедневно в режиме 24/7. То есть 7 на 24 или 24 на 7. Неважно. Короче говоря, 25 часов в сутки каждый день работает это голосование. Скажите, почему 25, а не 24? Потому что мы голосование каждый день на час раньше запускаем. Дальше считайте сами. Арифметика есть. Ну что ж, в общем-то, вот так вот вроде бы коротенько я все рассказал. Сегодня знакомьтесь, Дарья Кулешова, да, правильно? Нет, неправильно. А как? Кулешова. Кули? Куле. Куле. Через Е, поняли все? Запомните, двоечники, через Е, Кулешова. Вот так вот, да, не я, не И, не У там, а через Е. Вот, ну что ж, Дашун, передаю слово тебе, ну а сам из кадра исчезаю. Теперь я так за кадровым голосом немножко буду оповещать только о стримах и время от времени надоедать вам с подписками и с различными колокольчиками. Кстати говоря, обязательно поставить лайк, обязательно поделиться с друзьями, чтобы пришло еще больше людей посмотреть наши концертики. И что там, подписаться, разумеется, нажать колокольчик рядом с подпиской. Этот колокольчик, если вдруг кто-то не знает, это оповещение. И нажимая на этот колокольчик, вы подписываетесь на наше оповещение. То есть, когда у нас будет начинаться какой-то стрим, вам обязательно персонально будет приходить оповещение, что вот, у чуваков начался новый стрим. Поэтому всем привет, подписываемся, ставим лайки, все остальное. В общем, передаю слово Даше. Дашуня. Всем привет, я сегодня для вас пою. Меня зовут Кулешова Дарья.
Я работаю на Севмаше, вот, выступаю в народном артисте Севмаша, и сегодня бы я хотела петь для вас, дорогие друзья. Надеюсь, то, что вы по достоинству оцените мой вокал. Итак, начинаем. Первую песню я бы хотела озвучить так. Называется она «Куда уходит детство». Она очень красивая, романтичная песня, напоминает... далекое детство, когда ты был когда-то маленьким, правильно? Вот, и я надеюсь, что сегодня все вспомнят, как когда-то они ходили в школу, в детский сад и так далее, и были веселыми, позитивными детьми. Сейчас же вы выросли, соответственно, и надеюсь, что вас эта песня... В общем, проникнитесь ей. Вот, начинаем. Детство, в какие города и где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда. Она уйдет неслышно, пока весь город спит и писем не напишет, и вряд ли позвонит. В край чудесный, где каждый день кино, где также ночи синей струится лунный свет, но нам с тобой отныне туда дороги нет. Дальние края, к ребятам по соседству, таким же, как и я. Она уйдет неслышно, пока весь город спит и писем не напишет, и вряд ли позвонит. По лужам у ручья.
Большое спасибо. Я надеюсь, то, что вам она тоже очень понравилась, так как и мне. Когда я слушала ее в детстве, я просто тащилась по этой песне, и я думала, что надо ее как-нибудь спеть будет. Вот. Следующую композицию, вот, она называется «Часики». Вот. Я слушала в свое время тоже всякие разные песни и выступала везде, вот. И очень мне понравилось творчество певицы Валерии, вот. У нее тоже была и насыщенная жизнь. И... Да что, перебью тебя немножечко. Да. Тебе пишет Юрий. Дарья, молодец. Да? Да, аплодисменты от Пелагеи, от Юры. Юра говорит, вот так вот, вот, вот. О, спасибо большое. Вот. Надеюсь, сейчас вот. Дальше порадуюсь. Убирай слово «паразит» «вот». Вот как надо. Если ты еще не зарегистрировался, регистрируйся на Ютубе и смотри прямую трансляцию. Там буду я. Ну что ж, продолжим. Свою ошибку, но сердцу уже не важно, и я ошибаюсь дважды. Пусть сегодня ты со мною поиграешь, любовь. Девочка своей ты меня назови, а потом обними, а потом обмани, а маленькие часики смеются тик. Ни о чем не жалей и люби просто так. Девочкой своей ты меня назови, а потом обними, а потом обмани. А маленькие часики смеются тик-так. Ни о чем не жалей и люби просто так. Выпью за неудачу, и станет совсем не важно, что я ошибалась дважды. Пусть сегодня ты со мною поиграешь, любовь. Девочкой своей ты меня назови, а потом обними, а потом обмани, а маленькие часики смеются тихо. Ни о чем не жалей и люби просто так. Девочкой своей ты меня назови, а потом обними, а потом обмани, а маленькие часики смеются тик-так. Ни о чем не жалей и люби просто так. Тик-так. Ни о чем не жалей. Тик-так. И люби просто так. Девочка своей ты меня назови, а потом обними, а потом обмани, а маленькие часики смеются тик-так. Ни о чем не жалей и люби просто так. Девочка своей ты меня назови, а потом обними, а потом обмани, а маленькие часики смеются тик-так. Ни о чем не жалей и люби просто так. Итак. Одну секундочку буквально, Дашунь. Во-первых, Машуня к нам присоединилась, тебе привет передает. Ей тоже привет. Да, Александр тоже передает привет. Что у нас? Как молоды мы были, написал Юрий. Наверное, вслед прошлой песни. Трансляция вовсю идет. Маша, у тебя, наверное, видео к началу отмотано. Опять... ну, понятно, Маша с опозданием включила, поэтому она смотрит немножко с опозданием наш этот стрим. Да, перемотай вперед, и будешь смотреть сразу. Все вижу и все слышу. Значит, у нас Настена перевела 11 рублей, но, к сожалению, не написала ни кому она перевела, ни в
поддержку кого, 11 рублей. А нет, Дашунь, тебе перевела. Тебе. Да? Спасибо, Настя. Да, у тебя уже 211 голосов. Так вау! Что вот. Все. Больше не мешаю. Так, эта песня посвящается одному красивому молодому человеку, которого я очень люблю. Не, Дмитрий, не вам. Жаль. Вот. И, пожалуй, я ее спою для него. Твои глаза. Так, возвращаемся к нашему чату. Тут много написали. 55-й цех, СМП. Даша, ты лучшая. Вот. Далее. Саша пишет. Все, Маша, тебя опередили. Тебе не спеть ее теперь на стриме. Маша, наверное, тоже хотела эту песню петь. Да почему не спеть? А в чем проблема-то? Да ради бога. Конечно, да. Далее. Бригада крановщиков. Каждый болеет.
Вот. Это моя бригада. Я работаю, да. Понятно. Я им сказал, болеть не надо, надо быть здоровым и голосовать за Дашу. Я правильно сказал? Конечно, конечно. Что болеть-то? Что болеть-то? Болеть не надо. Болеть будете, когда она выиграет, проставится, вот потом будете болеть. На утро. Да, с больной головой. Вперед к вершинам успеха, написал Юрий. Спасибо тебе, Юрий, огромное. Ну что ж, продолжим. Эту песню знают все. Вспоминаем 90-е. Совсем одна, белый снегопад ворвался в город твой. День за днем, из года в год, ускоряет время ход, и плывет туман над зимнею рекой. Некуда спешить, ночь одинокий плен. И ты не ждешь от жизни перемен. Вновь приснится сон, что вы опять вдвоем, и слезы на подушке все о нем. Вишня, вишня, зимняя. Чуть слышно, никто ни в чем не виноват. Это голоса, попадая в никуда, иногда звонят, тревожат в час ночной. Завернувшись в старый плед, с днем от разных бед, ты закрыв глаза, заплачешь над судьбой. Некуда спешить, ночь одинокий плен, и ты не ждешь от жизни перемен. Вновь приснится сон, что вы опять вдвоем. Слезы на подушке, все о нем. Вишня, вишня, зимняя вишня. Прекрасных ягод аромат. Белый снег ложится чуть слышно. Не виноват.
Ну что ж, Тамара тебе отдает 70 голосов и пишет: «Дашуня, жги, ты супер!» Спасибо большое, Тамара. На самом деле так здорово, что... Дашечка, ты умница, так держать ты прекрасно. Целуем, Анастасия. Спасибо, Анастасия, огромное. Ну что ж, следующая песня называется «Факт». Так как было много боли, разочарований, и были такие люди, которые просто не отпускали меня, и поэтому я хочу ее посвятить тем людям, чтобы они раз навсегда просто забыли о всех обидах, и чтобы все всегда было хорошо. Вот. Поехали. Все, что ты делаешь, и как. Пусть парковки, отели, потом ты прячешься неделями, дура. Я никогда не боялась темноты, я с ней давно и развязана на ты. Но ты на 50 оттенков темней, ты не подходишь мне. Просто отпусти мою ладонь, держи, как будто я твоя. Не тронь моей души, не дыши со мною в так. Ты так и не понял, мы разные, а факт, факт. Просто отпусти мою ладонь, не держи, как будто я твоя. Не тронь моей души, не дыши со мною в так. Ты так и не понял, мы разные, а факт, факт, факт. Слово придумай, иначе больше не приду, играй сам. Стой, кто будет дурой сильнее, чем я, со мной так больше нельзя. Я никогда не боялась темноты, я с ней давно и развязана на ты. Но ты на 50 оттенков темней, ты не подходишь мне. Просто отпусти мою ладонь, не держи, как будто я твоя. Не тронь моей души, не дыши со мною в так. Ты так и не понял, мы разные, а факт, факт. Просто отпусти мою ладонь, не держи, как будто я твоя. Не тронь моей души, не дыши со мною в так. Мою ладонь, не держи, как будто я твоя. Не тронь моей души, не дыши со мною в такт. Ты так и не понял, мы разные, а факт, факт. Просто отпусти мою ладонь, не держи, как будто я твоя. Не тронь моей души, не дыши со мною в такт. Ты так и не понял, Ну что ж, Дашуня, вот скажу так, началась гонка, понимаешь? Серьезно? Да, потому что Саша писал тут где-то там выше, что Машу уже обогнала ты. Серьезно? Ну да, то у тебя уже голосов получилось больше, но у Маши-то еще стрим впереди. Ну да. Но, видать, кого-то из болельщиков Маши это задело.
Серьезно? Да, перевели голоса, но перевели Маши голоса. Ну так ладно, ладно. Нет, нет, я говорю, соревнования, соревнования. Так что давайте, ребятки, давайте включаемся. Кто за Дашуню-то? Вы поглядите. Вот, у вас же на экранчике все высвечивается. Поддерживаем Дашу. Выводим Дашу на первое место. Даешь Дашу на первое место? Да, даешь Даре первое место. Едем дальше. Так, дорогие мои, я вас очень сильно люблю. И следующая песня, она... Ее исполняла Юлиана Крылова, моя любимая певица, но мне тоже она очень нравится, так, ну, так же, как и Полина Гагарина, в принципе. Вот. А мне очень песня очень понравилась, «Разбитая любовь», и я ее исполняла, конечно, на концертах. Вот. И эта песня как, мне очень помогла как бы выйти из депрессии. Конечно, она очень грустная. Ну, про «Разбитую любовь» мне когда-то было достаточно много боли, вот, и поэтому я ее решила петь. Она очень мне помогла тогда. Итак, слушаем. Десять попыток оставить сюжет нашей любви уже больше нет. Сколько открыток и писем к тебе исчезли где-то там, где наступит рассвет. О чем я только думала, влюбляясь в тебя. Весна по двое суток с кофе в руках. Потом любовь минуя меняла себя. Теперь в открытом море тону я. Разбитую любовь не склеить никогда. Беги как можно дальше от меня. Беги навстречу с нам, лети по холодам. Но больше никогда мы не будем рядом. Разбитую любовь не склеить никогда. Беги как можно дальше от меня. Беги навстречу с нам, лети по холодам, но больше никогда мы не будем рядом. Столько ошибок, ведь мы так глупы, что не смогли набрать нужной нам высоты. И снова убили все лучшие дни, отдавшись в плен безумной для нас темноты. Я только думала, влюбляясь в тебя. Весна по двое суток с кофе в руках. Потом любовь минуя меняла себя. Теперь в открытом море тону я. Разбитую любовь не склеить никогда. Беги как можно дальше от меня. Беги навстречу с нам, лети по холодам, но больше никогда мы не будем рядом. Разбитую любовь не склеить никогда. Беги как можно дальше от меня. Беги навстречу с нам, лети по холодам, но больше никогда мы не будем рядом. Разбитую любовь не склеить никогда. Значит, Светлана дарит тебе 100 голосов, говорит, Даша, вперед. Пелагея 200 голосов тебе еще отдала. Ого, так что потихоньку, но набираешь, набираешь. Так, что у нас в чате? В чате у нас Маша пишет, Дашунь, для нас песенку. Для вас? А для нас песенку, да. Это Даша Миронова пишет. Маша Миронова. Вот. Маша, Маша. А я Даша говорю, да? Да. Все уже, все, пора на пенсию, заговорился. Не-не-не, не в конце. Так, дальше тут они обсуждают воздыхателя, это мы не будем зачитывать. Ну, аплодисменты от Юры тебе. В общем-то, вот пока что вот такие перемены.
Ну что, теперь зажжем песней, которая называется «Королева ночи». Я так верила тебе, говорил мне о любви. Ты цветы мне присылал, мои руки целовал, когда мы были одни. Оказалось, ни одной обещание давал. Все увидела вчера и как будто умерла. Для меня любовь моя вытру слезы, стану красивой, и сегодня я буду счастливой. Я королева ночи сегодня точно. Глаза не прячу, я больше не заплачу. Ты теперь свободный, делай что угодно. Прощай. Я королева ночи сегодня буду, а это значит точно тебя забуду. Ты теперь свободный, больше ты не модный. Тебя недоступен навсегда. Не пиши, не звони. Я уже пережила и обратно не вернусь. Ты уже все показал и меня потерял. Больше я не поведусь. Вытру слезы, стану красивой, и сегодня я буду счастливой. Я королева ночи сегодня точно. Глаза не прячу, я больше не заплачу. Ты теперь свободный, делай что угодно. Прощай. Я королева ночи сегодня буду, а это значит точно тебя забуду. Ты теперь свободный, больше ты не модный. Дорогие девочки, если вы уходите в одинокую ночь, то обязательно станьте его королевой! Я королева ночи сегодня точно. Глаза не прячу, я больше не заплачу. Ты теперь свободный, делай что угодно. Прощай. Так, что у нас тут изменилось? Ну, пишут, что хорошая песня. Вот что-то, что. А, вот что я хотел сказать. Лайки-то где? Где лайки? Да. Лай, лай, ла, 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 лай. Ставим все лайки. Все лайки. Нас смотрит, 15-16 человек, а лайков нет. Ну что это такое? Ну, голосуем, да, вот обязательно, это, поддерживаем это? Дашу. Голосуем, подписываемся, ставим лайки. Не забываем, зашел на канал, задержался хоть ты на 30 секунд, поставь лайк. Обязательно. Оцени труд людей. Ну и, естественно, еще не забывай голосовать, так как вы же хотите, чтобы я выиграл, занял первое место, правильно? Вот. А вот у нас еще... денежка поступила. Ну, да. голоса, да. Как мы это называем. Да, это Андреева СВ. А, Светулька, написала, моя лучшая подружка. Дашуля, молодец, супер, и перевела тебе 50 голосов. Спасибо, вот. Светулик, ты моя лучшая подружка с детства, это я знаю.
Итак, следующая песня исполняет ее Полина Гагарина. Вот, ну, я ее обожаю, творчество, соответственно, надеюсь, у меня тоже будет получаться не хуже ее. Вот, называется она «Меланхолия». Вот. Итак, поехали. Связан узел и нельзя потушить. Шестое чувство одинокой души, будто тонкий росток, сквозь обиды песок, рвется пламенем на свободу. Кто мне покажет, что такое любовь? А может, даже хватит нескольких слов, разум освободить от железных оков и построить громад воды. Когда-нибудь постынут чувства, и пустота навсегда отпустит. А я пока превращу в искусство это одиночество любви. Тысячу раз в секунду бешено сделать медленный шаг, расправить плечи, если руки дрожат. Как же тонкую нить эту соединить, если сердце то лед, то пламя. Когда-нибудь постынут чувства, и пустота навсегда отпустит. А я пока превращу в искусство это одиночество любви. Как-то вот так вот. Так, а что у нас тут дальше? Пользуясь случаем, хочу пригласить всех в субботу на открытую площадку у стройки. Будет офигительная тема. Диско 90-х годов до двух ночи под открытым небом. Шура, во сколько начало? Напомни, с 20. Да, с 20 там будет начало, до 2 часов дискотека. А я пользуюсь случаем с 2 часов до 5:30 хочу вас пригласить на Площадь Победы, там в районе библиотеки.
будет интересный концерт, который будем мы обеспечивать. Будет акустика-акустика играть, и будет «Четыре ореха» играть. А «Четыре ореха» тоже являются участниками нашего конкурса. 100% инфа? Да, 100% инфа. Как они заявляют, они будут 100% победителями. Да. Но пока что они лузеры, потому что у них меньше всех голосов. Ну, вот. Но они еще не выступали. Ну, конечно, вот. Они уже выступят обязательно. Вот, да, так что приходите, День города, отпразднуем все вместе. Сначала у нас, потом поедем. Потом да. Мы посмотрим стрим «Четырех орехов», а потом мы поедем всей толпой на дискотеку. На дискотеку, да, до 2 часов ночи. Я там тоже буду, приходите. Хорошо. Оторвемся вместе, все дружно. Я надеюсь, вам нравится мое творчество, так что и остальные там будут участники тоже. Ну, насчет орехов, конечно, вот. Только если вот они днем, да, будут, получается. Вот, а так на дискотеку пригоняйте, будет весело очень. И сейчас же мы зажжем песенкой одной хорошей такой. Подожди секундочку, Машунь, пока ты не запустила, да? Даша. Я сказал Дашунь. А мне послышалось Машунь? Нет, Дашунь, ты что? Все. Дашуня, Машунь, я же вам писал. Даша, Маша, Саша. Каша, да, вот вы все Ашан какой-то. Вот как-то вот. Собрались в одном месте. Да, я хотел сказать, просто приходите, просто так, будем просто так веселиться, и следующая песня так и называется. Просто так. Просто так, да, действительно. La 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 Не было лишних. Пусть игра на два фронта, это не мое, но для девушки важно, когда ее больше, чем когда она. Будто невеста, любовница, или же просто так хочется, чтоб кто-то спас меня от одиночества. Просто так хочется тепла зимой холодной. Просто так хочется, чтоб кто-то спас меня от одиночества. Просто так хочется тепла. Ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла. Ла-ла-ла, тепла. Под неонами спрячу свою тоску. Закружи меня в танце, а я солгу, что ты единственный, невероятный. Заблокирую номер на 2-3 дня, чтобы ты не достал, не спалил меня, чтобы потом с тобой стать снова невестой, любовницей. Или же просто так хочется, чтоб кто-то спас меня от одиночества. Просто так хочется тепла зимой холодной. Просто так хочется тепла. Просто так хочется. Просто так хочется. Просто так хочется, чтоб кто-то спас меня. Просто так хочется тепла зимой холодной. Просто так хочется,
Степа. У нас Мария пишет. У меня сын смотрит со мной и кричит: «Привет, Даша!» А я кричу: «Она тебя не слышит, но я передала». Савушка, тебе тоже большой приветик от меня. Целую тебя в щечку. А также от Юрия аплодисменты. Юрий, спасибо огромное. Я смотрю, у меня одни фанаты Юрия да Марии. Ну, еще там Анастасия иногда бывает. Вот. Я надеюсь, вам тоже нравится мое сегодняшнее выступление. Тащитесь так же примерно, как я сейчас, получаю огромное удовольствие исполнять песни для вас. Это настолько реально круто, просто. У меня столько энергии, столько эмоций. Я дарю его все вам, мои дорогие. А следующая песня, она такая грустненькая немножко. И можно немножко погрустить, но она очень-очень красивая. Так что я исполняю для вас, мои дорогие ребятки. Беглым огоньком мерцают очи, дрогнули ладони и слова. Люди неспроста избрали ночи, ночи для любви, ночи для любви, слышишь? Ночи для любви и воровства. И когда плечо мое целуешь, и лицо горячее от слез, ты воруешь, ты меня воруешь, ты меня воруешь, ты меня воруешь, слышишь? Искренне, свободно и всерьез. Облако волос, облако волос летает. Облака волос нежно, нежно манит и зовет. Тает сердце, тает, 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 тает. Слышишь, начинается полет. Мы летим над парком и домами, где гуляли мы с тобой не раз. Мы летим, летим, и вместе с нами красная звезда, красная звезда, видишь? Красная звезда, наверное, мать. Мы исчезнем за черту окраин, дальше поле, дальше никого. Как хочу я быть тобой украдена, ты возьми меня, ты возьми меня, слышишь? Ты возьми, возьми меня с собой. Облако волос летает, тает, тает. Облако волос нежно, нежно манит и зовет. Тает сердце, тает, 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 тает. Слышишь, начинается полет. Облако волос. Кончается полет, беглым огоньком мерцают очи,
за окном прохлада и листва. Люди неспроста избрали ночи, ночи для любви, ночи для любви, слышишь? Ночи для святого Рождества. Вот такая песенка. Нежная была. Сейчас, одну секундочку. Откроем чатик. Значит, Маша тебе написала: расскажи интересную историю, на что тут же Саша ответил: да, поддерживаю Машу, только не ту историю про мытье посуды. Вот когда так говорят, то следующая история будет про мытье посуды, да? Наверное, Саше она очень нравится, раз он так хочет ее снова услышать. Наверное, он любит очень мыть посуду, да? Наверное, я даже, ребята, вот честно, не знаю, какую же вам историю рассказать, а какую вы хотите услышать? Интересно. Сейчас, Машунь, подожди, я пробегусь дальше по это. Мария просит: объявите, плиз, когда и чьи стримы в эфире в очереди. Машуня, я не буду этого делать, потому что мы сохраняем интригу. Пусть люди заходят и смотрят все стримы. Кстати, у нас уже прошел один стрим Юрия Кагамлык. Если вдруг кто-то к нам только сегодня присоединился, обязательно зайдите, посмотрите. Он сохранен в записи, его можно посмотреть. Надо, чтобы все посмотрели видео, чтобы осудить-то, ну, кто лучше, а кто не лучше. А так только мы за своих голосуем, а больше никого и не видим. Согласна со мной? Да, конечно, да? Согласна. Да, поэтому так мы не будем объявлять, кто будет следующий. Заходите, я объявил даты. У нас вторник, четверг, суббота. Все, каждый вторник, четверг, субботу вечером ждем вас на нашем канале. Пусть для вас будет сюрпризом, кто будет дальше. Вот так вот как-то. Ага, Саша написал: не вздумай рассказывать ту историю. Да не переживай, не расскажу, не переживай. Не будем, никому не рассказывать. Никто не узнает, это будет наша тайна. Да, мы потом ее напишем в чате. Он, очевидно, любит, когда он моет посуду каждый вечер. Так, ну что ж мы будем делать дальше? А дальше мы, наверное, будем, так сказать, петь, да, ребята? Ну, можно и так. Можно и так, конечно. Можно было и станцевать, в принципе, я не знаю, просто чай сесть попить. Но, наверное, мы лучше споем. Да, конечно, споем. У меня просто нет подтанцовки, да. В смысле, не с кем танцевать-то, в принципе. Одной, как бы, я и так для вас танцую, в принципе, для вот все мои песни есть танцевальные и не танцевальные. Так что я и так, и сяк танцую с вами. Так что танцуем вместе со мной. А следующая песня посвящается всем тем, кого я очень сильно люблю. Это маме, бабушке, всем. И моему мужчине, которого я очень-очень сильно люблю. Пожалуйста, береги. Влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики. Ты рядом и не нужны приемы и тактики. Ты меня любишь до луны, далекой галактики. Кажемся несерьезными. Вроде с тобою взрослые, как оказалось, просто любить. Глупое слово, милая, ты знаешь, а я счастливая. Это необъяснимое чувство такое сильное. И ты его, пожалуйста, береги. Влюбленные созданы таким
же романтика. Я люблю тебя до луны, далекой галактики. Ты рядом и не нужны приемы и тактики. Ты меня любишь до луны, далекой галактики. Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики. Рядом и не нужны приемы и тактики. Ты меня любишь до луны, далекой галактики. Влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до далекой галактики. Ты рядом и не нужны приемы и тактики. Ты меня любишь до луны, далекой галактики. Влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики. Ты рядом и не нужны приемы и тактики. Только что вот как раз на экранчике высветилось. У тебя появился воздыхатель. Да вы что? Да, он тебе подарил целую 1000 голосов. Вау, ничего себе. Ты лидер, ты вырвалась. Ну это пока. Ну это пока, да. По принципу, знаешь, ты лидер, но это еще не точно. Ну это еще не точно. Нет, ну на данный момент ты лидер, это точно. Так, в чатике что-то у нас все замолчали, все что-то молчат. Лайки никто не ставит почему-то. Все забыли про лайки. Эх, как так можно? Как так? Где лайки? Где? Почему я их не вижу? Может, ставят, но я их не вижу по каким-то причинам, я не знаю. Может ну быть. Ладно, будем надеяться, что все ставят лайки. Просто их не показывает у меня почему-то. Да. Потом разберемся. Итак, вот так вот незаметно уже час пролетел, кстати говоря. Да? Так это, да. Вот, но мы еще не останавливаемся, мы продолжаем. А те, кто к нам только зашел, только присоединился, рассказываем, что это у нас проект «Суперзвезда», проект не коммерческий, поэтому держится только на ваших голосах. Все, что вы наголосуете, то и будет у нас, уйдет в призовой фонд, скажем так, и на расходы, связанные с проведением этого мероприятия. Вот, ну а мы едем дальше. Как голосовать, все внизу написано, читайте там, все ссылочки есть, подписывайтесь к нам. Ну а также, если вдруг вам все абсолютно нравятся в равной степени, или наоборот, ну никто не понравился, да, поэтому вы можете как бы, но сам проект понравился, вы можете нас поддержать, мы там тоже при переводе указаны, студия Чекрек. Можете нам помочь с арендой, с расходами на интернет. Ну и также вы можете, если вы вот смотрите и говорите, фу, ха, я так тоже могу, даже лучше. Не вопрос, пишите нам. Вот, еще Натали перевела, очень клево поет. И тоже 1000 голосов. О, Натали, спасибо, Натали. Ты вообще, ты просто убежала в недосягаемость. Вот. Значит, если вот есть у вас такое желание, и вы считаете, что вы тоже можете здесь выступить, не вопрос, пишите нам в личку ВКонтакте, ссылочка на наш контакт тоже под видео есть, и мы обязательно, и при, если соберется количество, нужное количество участников, мы обязательно сделаем второй сезон такого проекта, если вам это зайдет, если вам это нравится, то мы только за, поэтому имейте в виду, это ничего не ограничивается, вы никуда не опоздали, все еще может свершиться, поэтому пишите, не стесняйтесь. Ну, а также Роксана у нас появилась, Роксана Рокси. Да это... Шулик, только время появилось, ты супер. Оксаночка, пишу. Спасибо, я очень рада, что ты к нам присоединилась. Ура! Ну, мы едем дальше. Да.
любовь серьез, ты мое счастье, родные объятия, мое платье. Они подружки-то, понимаешь? Вот они. Я всегда говорил, женская дружба, она ни хрена не дружба. Ни разу вообще не дружба. Да? Окси пишет. Тоже хотела тебе, Даша, денежку кинуть, да смотрю, харе уже, пожалуй, а то треснет. Вот как? Вот так вот. Вот она, женская дружба. Поддержала подружка, называется. Ох, Оксана. Я-то думала... Ну, Оксана еще все впереди. Да, так что, Оксана, ты еще чего ты переживаешь? Может быть, ты еще и меня и обойдешь? В принципе-то. Так что не переживай. Я тебя обязательно буду слушать на следующем стриме, когда он будет. Вот, а теперь мы немножечко зажжем. Пора выпить чашечку кофе. Как вы думаете? Вот и я тоже так думаю, что пора выпить чашку кофе. Наливай. Со мной зажигаем. Я никогда не хотела бы жить с тобой, и без того я с лихвой плачу. За то, что я люблю, я плачу с собой, но не хочу я так, не хочу. А про тебя говорю, она льют и по-настоящему
пиду-пиду. Ну что ж, вот так вот так. Теперь еще я должен зачитать, что-то мы немножко притормозили. Тамара отдает тебе 300 голосов и пишет: бабуля тебя любит, Дашуля. А, это моя бабуля. Это твоя бабуля. Нифига себе. Ну, подписана Тамара, я же не знаю, кто как подписались, я так и читаю. А я понять могу. Бабуля, спасибо тебе огромное. Вот. А также еще Маргарита тебе переводит 1000 голосов и говорит: Дашуня, ты молодец, так держать. Спасибо. Вот, ну что ж, и я должен сказать, это напомнить всем нашим участникам, они практически все сейчас сидят и смотрят, Дашуня у нас перешла планку, обозначенную нам и с вами, мы не будем это все озвучивать в эфире, но уже независимо от того, выиграет Даша или нет, она все равно получает в подарок одну бесплатную запись, запись одной песни в нашей студии. Спасибо. Вот. Да мне-то за что спасибо. Благодари своих подписчиков. Это благодаря им. Мои дорогие. Ой, как же с вами хорошо-то. Да, хорошо, но время-то бежит неумолимо, поэтому нам-то уже тоже надо закругляться, да? Да, да, думаю, пора уже. Прощальную песенку какую. Да, давай в заключение. Как раз у нас подходит к завершению уже, я так смотрю, да? Да, да. Да. Ну что ж, в завершение для всех, кто был с нами, кто нас смотрел, кто поставил лайк, кто подписался, кто нажал колокольчик, кто сделал, отдал свои голоса за Дашу или не за Дашу, за других участников. Огромное вам спасибо. Конечно же, это поддерживает проект, это здорово, это замечательно. Вы классные. Вы лучшие. Ну, что честно, я еще могу сказать? Честно, я не ожидала. Вот. Да никто не ожидал. Юра тоже не ожидал такой активности, понимаешь? Он первый был, первопроходец, ему сложнее. Но я думаю, что после твоего стрима кто-то еще пересмотрит Юру и, может быть, даже еще поддержит Юру. Конечно, конечно. Поэтому я, наоборот, вы пересматриваете все стримы, смотрите, и вполне возможно, что вам захочется поддержать еще кого-то из участников. Поэтому... Спасибо вам за все. Ну, а я передаю слово Даше, чтобы она могла исполнить свою крайнюю песню. Крайнюю песню. Мы еще не прощаемся. Не-не-не-не, у нас еще будет заключение. Заключение. Да, в заключении вы опять увидите всех артистов, и я думаю, что они нам, наверное, порадуют там еще своим выступлением. Поэтому смотрим, слушаем. Дышать тобой до боли, до хрипоты, дыханием одним не могу согреться, и догорают сами собой мосты, и что-то больно ранило прямо в сердце. Ушли за горизонт наши корабли, я подниму над головой белый флаг, просто знай, что тебе я не враг. Драмы больше нет больше драмы, время на душе лечит раны.
Спасибо вам большое. Так, сейчас я появлюсь. Огромное спасибо анониму, который поддержал копеечкой именно нашу студию на интернет, на аренду. Хорошей такой денежкой. Я поменьше, конечно, чем ты заработали мы. Но тоже так это нам 2000 целых перевели. Здорово, классно. Спасибо, ребята. Спасибо. Это огромная поддержка нам. Большое человеческое спасибо. А на этом мы, наверное, заканчиваем, да? Да, конечно. Всем спасибо, что были с нами. Смотрите нас, подписывайтесь, приглашайте своих друзей. Я думаю, тут достаточно весело, интересно. Особенно, когда вы в чате еще общаетесь. А также следите за нашим каналом. У нас, кроме проекта «Суперзвезда», есть другие, выходят различные проекты, встречи с интересными людьми, есть песенные стримы, так что, и, как я уже говорил, если вы любите петь и считаете, что вы можете также выступать, пишите нам в личку, мы обязательно с вами свяжемся и скажем, когда и как к нам попасть, и как это будет. А следующий стрим у нас в четверг, 25 июля в 19:30, поэтому заходите, будем ждать. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Ну и все там, что я рассказываю, вы сами все знаете. Спасибо вам огромное, я хотела сказать, за поддержку и за голосование. Я вас очень сильно люблю. До встречи. Всем пока-пока-пока.